Прямые выборы губернатора отменены. Во втором чтении был принят законопроект, в соответствии с которым главу региона будут избирать депутаты собрания депутатов по представлению президента Российской Федерации. Поправки в окружной закон и устав округа будут распространяться на избрание уже следующего губернатора после окончания полномочий действующего главы региона Игоря Кошина. Также окружные парламентарии предусмотрели поправки, увеличивающие перечень полномочий губернатора. Глава региона будет обеспечивать взаимодействие между органами исполнительной власти округа и органами исполнительной власти Архангельской области в целях устойчивого социально-экономического развития округа и социального благополучия населения.